Так, смотрите внимательно. Показываю один раз, как это делается. Дорогие друзья и любители РФ онлайн. Вот как нужно добивать хранителя алтаря. Значит, что? Вот пошел дамаг. Белки, акры, все хотят плюшек с хранителя алтаря. Нужно просто засечь то время, с какой скоростью убывает ХП хранителя. Вот вы видите, да, турели, машинки под бустами, ланчи, все бьют. Пока все это происходит, то есть ты вот этот свой биоритм совмещаешь, значит, с падением ХП хранителя. Всю свою энергию перемещаешь на кончики пальцев. Значит, профессиональные затраты считают, что скиллы надо выпускать с клавиатуры. Я вот по старинке, как человек, который играл на третьем Pentium в Doom, привык пользоваться мышкой. Мышкой щелкаю, я думаю, в два раза быстрее некоторых задротов, которые с клавиатуры там выпускают скиллы. Клавиатуру я пользуюсь только, чтобы бегать, прыгать. Вот. Вертеть камеру. Ну, выпускаю только правой рукой скиллы. Причем я даже не смотрю на панель. Итак, внимание, смотрите. И запоминайте, показываю один раз. Все внимание на панель и на ХП хранителя. Это делается так. Раз. Маклауд добил хранителя. 100% я. Ну и вот теперь полутаем. Полутаем. Плюшки. Что падает с хранителя? Золото. Самое ценное. Золотые капсулы. Под 1000 очков опыта. Ну и все.